Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России проверялась оперативная информация в отношении женщины 1978 года рождения, которая подыскивала соисполнителей для совершения убийства по найму жительницы города Москвы. Под видом киллера выступил один из оперативников уголовного розыска. В ходе проверки была установлена предполагаемая жертва преступления. Это мама заказчицы. Заказчица предоставила фото жертвы, сведения о месте ее жительства, имущество, распорядки рабочего дня и отдыха и передала ключи от входной двери квартиры. Затем попросила в указанное ей время, чтобы обеспечить себе алиби, совершить убийство матери и замаскировать его под несчастный случай. В разговорах с оперативниками она не конкретизировала способ, а только лишь цинично заявляла о гарантированности исполнения. За неделю до даты совершения убийства женщина передала сотруднику уголовного розыска расписку на 300 тысяч рублей, так как наличных денег у нее на данный момент не было. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России было инсценировано убийство женщины, после чего заказчица убийства была задержана на улице Ташкентской в городе Москве. Следственными органами было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. У нас-то нет в семье таких. Ну она что хочет вообще, чтобы вы вообще отсюда уехали? Да. Вот, и что, продать хочет или одна жить здесь? Ну хочет, я не знаю, может одна жить. А я где? Не, понятно. А вот смысл, вот ей достанется эта квартира. Ведь надо же все равно на работу идти. Нет. Вот этого я выгнала. А когда она последний раз, вот вы говорите, она уже говорила? Это единственное, нет, я выгнала. Это давно первый раз она вам угрожала, что... Ну, первый раз, когда это было, это в 2008 году, 2009. И с тех пор это идет война? Да, с тех пор она подбирает, как мне от меня избавиться. Может, надо было сесть поговорить, расставить все точки? С ней? Бесполезно, вы думаете, я не пытаюсь. У меня так же. Ты сядь с ней, поговори. Это не человек. Ранее судимый? Нет. Уголовная ответственность, когда они привлекались? Нет. За что задержаны? За подозрение в попытку убийства. На учете в наркологическом психоневрологическом центре стоите? Нет.